Система вычисления рисков для помощи следователям в обнаружении криминальной активности, а также изучение транзакций и их потоков. Новый инструмент Crystal для исследований биткоин-блокчейна представила компания Bitfury Group. Генеральный директор компании Валерий Вавилов считает, что у публичных блокчейнов есть потенциал к фундаментальному улучшению повседневной жизни, поэтому необходимо иметь эффективные средства обеспечения безопасного блокчейна и других распределенных баз данных.